А, блин, я болван! Ай, блин, это же цена была конфет. Блин, сверху, да ведь цена пишется. Ой, боже ты, идиот. У меня тогда получается 45 мечей, 236 легких кинжалов. Вот болван, блин. Какая обнаженная женщина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Обнаженные мулатки тут какие-то. 18 плюс началось, черт возьми. Головорез, головорез, головорез. Вон еще какой-то атаман. Атамар. Иди, значит, значится. Блин, мне интересно, ну-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Бега себе. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки «Магия крови». Вот, и... Во, мальчик появился. В общем, короче, я тут подождал. Смотрите, какой-то баг с конфетами, в общем, какая-то хрентень непонятная. Сейчас их у меня показывало, что их вот одна конфета. А когда я начинаю торговать, блин, потом начнем торговать. Я вот заметил тут охота, ну-ка. Если ты не рождена охотником, то я ничем не могу тебе помочь. Мне нужны тотемы, а не разговоры. Попытай счастье в другом месте, если эта работа тебе не по душе. А, понял, там какие-то тотемы надо перетащить. В общем, смотрите, вот, нажимаем торговать, и у нас конфет становится 18. То есть это какой-то баг, блин, хрен его знает. Вот, и ладно, пес с ним. В общем, эти мальчики появились, которым нужны конфеты. Вот они, да? Давайте попробуем их отдать. Чё, дай конфету, чё, жалко. У нас маловат конфет, еще 9 надо. Подожди, он... Какой-то баг. Чё, дай конфету, он считает, как будто у нас одна конфета. Чё за фигня? Ну-ка давай, если вот выкинем их. Вот одна конфета. А, блин, я болван! Ай, блин, это же цена была конфет. Блин, сверху, да ведь цена пишется. Ой, боже ты, идиот. У меня тогда получается 45 мечей, 236 легких кинжалов. Вот болван, блин. Конечно, тут все забаговалось просто невероятно. Все забаговалось, черт возьми. Ладно, 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 бывает, фиг с ним. Ой, успеть, успеть. Успеть, успеть, успеть. Вот это сокровище настоящее. Так, ладно, все, разобрался я, короче, с этим, все понятно. Что-то еще хотел сделать здесь. Так, что же я еще-то хотел сделать? С конфетками еще что-то здесь надо было сделать, я, блин, забыл. Ладно, так, нет, подожди, ни черта не ладно. Что-то... А, да, вот, короче, эти контрабандный товар. Сейчас я попробую задание это взять и типа, снова выполнить. Вот, чтобы у нас они пропали. Потому что 2,5 килограмма это не хухры-мухры. О, светлый священник. Окей. Так, ладно, давай сразу глянем, что у него есть. Так, пентаграмма, вампиризм, заклинание яд. У нас хороший больно этот, поэтому руна ЦС. Ребята, я купил руну ЦС. Так, где там? Вот он, я наш, да? Представитель гильдии. Нет, подожди. Там какой-то... А, во-во. Вот этот вот. Нет, не Джо. Как-то его зовут? А, Эндрю. Вот тут он, по-моему. Подожди. Йоши, Йоши. Вот этот. Так, давайте сейчас, наверное, выполню. Не буду записывать это, да? С паузы посмотрим. Мне задание-то нам в любом случае не дадут. Мне вот избавиться от этого говна, потому что 2,5 килограмма это просто пипец. Так, вот последнего я завалил. Давайте сдадим. Еще я тут, блин, Ой, подожди, что это? А, тут курсор. Еще поднасобирал. То есть, если вот так вот сделать, у нас сейчас получается... Если сейчас он их не отдаст все, то я просто не знаю. Очень надеюсь, что отдаст. 11. Это 5,5 килограмм у нас теперь. Говна! Вот, и очень надеюсь. Мне кажется, просто они остались из-за того, что я зафукапил задание, вот, и они не сдались. Блин, сейчас тут эти... Ну, давай. Получить награду. Отлично. Отлично. Лучше отлиться. На 11. 11 тысяч, нифига себе. То есть все нормально. Сработало. У нас, получается, теперь нет этой лабуды. Он все 11 сдал. Товаров, да?
Осталось только бочонок Эля какого-то непонятного. Он у меня с самого начала игры. В общем, кайф. Все. Пожалуйста, блин, баллон. Побежали тогда, получается, отсюда. Вот. У нас единственное осталась территория это с монахами, которые там, да? Вот, соответственно, туда-то сейчас и сиганем. Так, ну давай. Не знаю, что там священник этот у нас. Темный священник. Чем тут стоит? Наверное, будет противиться тому, что мы с этих светлых священников. А, кстати, интересно, вот если мы реально за темного играли, за злого, тоже бы... Ну, хотя, наверное, тут на основное, типа, здание, так, наверное... При любом раскладе нам надо было бы этих белых спасать, да? Светлых. Ладно, давай. Главное, чтобы сейчас не почикали. Ой, там что-то побежали куда-то. Ух, сапожник. Так, давай сначала всех тут похерим. Тотем амазонки. Очень хорошо. Так, ну вроде все, давай тогда получается. Здесь, наверное, помоги по такому же принципу. Добраться до города, добрая женщина. И, наверное, сейчас надо будет пойти за мной, да? Так, окей. Проводить. Да. Пошли. Пошли, давай. Да, я иду. Пошли, только не отставай. Да, я иду. Все идут? Идут. Да. Да, я иду. Так, вроде как все. Я, правда, не знаю, все ли это. Блин, ну тут, вот этот жирный там последний. Ну, по крайней мере, эти хотя бы близко. Мне кажется, это как с рудокопами. То есть, какие-то там будут далеко. Вот их надо будет вести. Ну-ка. Спасибо. О. Дальше я доберусь сам. Спасибо, вы спасли меня. Дальше я доберусь сам. Так, дальше все. В лесу нет больше живых священников. То есть, получается... Идите в Веронишу, доложите Солнцу Кэпри, что произошло в лесу. Получается, мы все выполнили. Просто замечательно. Давайте тогда разбираться с оставшимися монстрами. Вот, и я думаю, они не шибко будут рады этому, конечно. Так, у нас теперь 4 лоботряса призываются. Это просто кайф. Просто обалдеть. Так, а можно забежать как-нибудь? Неужели реально никак? Только порталится. Тут там сдох уже. Вот отвратительно. Территория. Чёртовы эти леса, холмы. Это просто ужас. Очень неудобно. Постоянно надо этот... Бегать. Видали, какой извивающееся дерьмо? И уже реально скучаешь по этим, по пустошам, которые в самом начале были. Так, у нас, кстати говоря, сейчас должен быть посильнее. Опа, 9-8. Немножко усилился. Так, мародерская крыса. Надо, наверное, второй акт, когда пройдем, надо будет по алхимикам по всем пробежать. И мне кажется, в алхимиках первого акта мы точно закапили. Потому что я там очень много желтых тотемов напродавал. Просто пипец. Ну ладно, ничего не поделаешь. Зато во втором акте оттянемся. Сколько их тут? Кстати, мне еще тут подсказали, что, возможно, такая фигня, мол, типа, призывать, как вот у нас... как у нас этот... земляной голем, да, какой-то мастер там, чего-то там, призываться. Вот, и с демонами есть такая же штука. Вот, но что-то у нас пока с демонами обычно. Видимо, уровень поменьше у нас. Потому что демоны что-то не призывались хорошего. Мастер там огня или еще что-нибудь. Наверное, это связано с тем, что он временный, да?
Вот, и поэтому как бы... Остальные это все вот, которые мастера, они отличаются тем, что они на постоянной основе развиваются. Что не буду делать. А вот, и, наверное, из-за этого. Черт, побери. Так, давайте, наверное, тогда ускоряться. Здесь, я так понимаю, тоже нет, самого ни алё, ни черта нет. Так, 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 что за фигня? Смотри, что-то все заморгало. У нас в любом случае перевес. Так, что-то все заморгало. Что за фигня? Такое ощущение, как будто это видеокарте хана, блин. Пипец, знаете, вот это страшно. В общем, черт его знает. Так, это так. Ну, а в любом случае сейчас надо продаваться. Не, ну так нормально. Все-таки какой-то этот визуальный баг игры. Слава богу, блин, пипец. Так, давай, наверное, продадимся. Вот, у нас что-то тут прям пипец. Блин, я этот самый ускорился, а потом этот сразу же и забил. Все, блин, пипец. Так, 14.1. Понятно, что так, жемчужный доспех. Понятно, теперь все понятно. Но что сразу так этот самый забило весом? Изящный меч, устойчивость к яду, вампир укрой, так ерунда. Доспех наемника. Тоже 12, обалдеть. А что такое нападало-то? Так. Амазонки. Так, типа 2 нам не надо. 1-3, 1-3. Это все, ладно, пес с ним. Горение, уровень радиации. Так. Блин, не так много чего у нас есть, но... Неужели это все из-за рун? Ничего вроде такого, этот сама. Повис-то, а что так перевес-то такой? 83. Блин, что-то точно у нас там какой-то задницы полно, блин. На, короче, руны все уже, наверное, этот самый. Вот эти вот, наверное, 0-2. Все вонючие тоже, блин. Да. Эти вряд ли у нас тут повторяются. О, у меня что-то есть. Что-то есть. О, руны. Очень большая надежда на руны. Так. Ну, кстати, что-то там попадается неплохо. Так, тут там что-то куда-то стреляют. Блин, каждый раз это пипец делать. Просто обалдеть. Так, мифрил и уменьшает, снижает скорость. Это, наверное, надо сразу продавать. Это чугун, да? Толку от него никакого. Вот эти классные. Увеличивают максимальный вес. Максимальная жизнь. Но больно уж надо много на них. Так, ну вот так пойдет. Чугун единственное, только надо сейчас продать. Потому что я его использовать точно не буду. И он... вот, снижает скорость титан. Увеличивает шанс двойного повреждения. Но мы этим не пользуемся. Потому и стоит 8. Вот так вот, нормально сейчас должно быть. Так, эти 6000. А, кстати, они что-нибудь весят? Нет, по-моему, они ни черта не весят. Да, они ни черта не весят. Так, давай 2500. 322 тысячи. Куда, блин, пипец? Так, итого у нас получается 68. Ну, это еще более-менее. Мне кажется, это вот из этих вот у нас еще тоже много их. Ну, кстати говоря, вот эти вот все тоже... Они... Копятся, блин.
Так, все, сейчас вроде как у нас темно стало. Ой, в эту сторону день. В эту ночь, а в эту день. Так, сейчас позырим еще, чтобы у нас тут не это самое. Не дергалось ничего. Ну, вроде как норм. Просто монитор, ой, монитор, что-то там, короче, дрожало тут все, видели, да? На записи, надеюсь, это видно будет. Вот, а сейчас вроде как нормально стало, пес его знает. Ладно, все, тогда дальше погнали. Ой-ой, там что-то новое, какие-то монстры. Так, давайте-ка, наверное, экстренно подключаем. Там какие-то заклинатели и скелеты-лорды. Нифига себе. Ну-ка, давай-ка, призовем сейчас нашу эту тяжелую артиллерию. У нас классно еще со скелетами получилось, что у нас эти... А, какой-то бран, смотри. А, эти-то... Как там? Со щитами, короче, вообще одни. Везде щиты, у меня... Иммунитет ко всему, просто пипец. Что-то, кстати, не шибко сильно сейчас. Там что-то я на ускорении-то когда были, я там показывал, просто пипец какой-то был. Но опыта нормально полетел. Опять. Там что-то по два... Видимо, два когда накладывают, да? Одновременно. Два щита, видимо. А, во-во, смотри. 23, 39, 39, 29, 23. Просто офигеть. Просто... напросто. Просто обалдеть. Так что у нас со щитами-то прям вообще кайф. Так, ладно. Все, давай дальше. Экстренное включение. О, вот скелет лорда, кстати. Экстренное включение потерялось, все. Ничего тут обычного. Просто я думал, что может какие-то эти... особенные будут. Но нифига. Ладно, все тогда. Чешем дальше.
Так, ну вроде как зачистили. Кстати, смотрите, какая тема прикольная. Вот эти вот лоботрясы у нас со щитами, у нас двое, да, слуги со щитами, и даже земляной голем теперь не умирает, потому что мы под двумя щитами находимся, это просто пипец. А если нам еще нам щит прокачать, например, и его тоже юзать, я так понимаю, что щиты стакаются, посмотрите, просто дичь. Да, вообще не убиваем бомб, вот очень классно, вообще их даже никто не коцает. Блин, так классно. Вот сейчас, к сожалению, они сейчас пропадут. Блин, ну ладно, фиг с ним. Но было прикольно. Так, давай, Веронеж. Сейчас у нас, получается, опять по основной сюжетной линии, да, пойдет. То есть нам сейчас дадут грамоту, вот, чтобы в десяту сгонять. Вот, и посмотрим, что там будет. Да, вон Капри уже нас ждет. Так, у нас один, да, пока нам... Опыт, скажем так, что-то не очень летит. Ну, давай, сдадим. Все расскажет. Так, давай. Настоятель уже доложил мне, что священники вернулись. Что ж, одной заботы меньше. Вот твое золото. И если захочешь вдруг стать одной из веронежских стражниц, я смогу это устроить. Скажите, Солтес, а не слышали ли вы что-нибудь о чародее по имени Хотблак? Как раз об этом я хотела поговорить с тобой. Не знаю, слышала ли ты, но неподалеку от города, в бриллиантовом лесу, у Хатблака есть тайное логово. Все находящиеся там люди были украдены или проданы туда в качестве рабов. И теперь живут в логове, удовлетворяя низменные желания этого сумасшедшего полудурка. По крайней мере, так говорят. Сам Хатблак называет это место логовом узников похоти. Я хотела бы освободить несчастных, страдающих там, но никто так и не смог обнаружить вход в логово. Правда, одна женщина с огненно-оранжевой кожей недавно сбежала оттуда, но я опять же не знаю, где ее искать. Священники недавно отправили отряд в район Приозерной деревни, но, судя по всему, ничего не нашли там. Впрочем, как и в других местах. Мы там нашли какое-то секретное место, в которое попасть не могли, так может быть это оно. Так, я, к сожалению, проворонил, что нам дали. Может быть, навыков? Сейчас его знаю. Но ремесло 8 нам точно надо. Так, давайте посмотрим. Вот, найдите бриллиантовый лес чаще. Найдите логово узников похоти в окрестностях Приозерной деревни. Можете попасть туда, если отыщете ответвление дороги на Веронежском тракте. Но это мы нашли, да? Эдди потерял где-то свой амулет. Карта неизвестна. Если вы найдете его, то она отдаст вам пропуск. А, свой пропуск 10. Браслет все равно стоит дешево. Потому вы немного за него выручите. Для Эдди он важен как семейная реликвия. Будет прикольно, если я его уже получил и продал. Вот это прикол. Вот. Но мне кажется, тут это основное задание. Поэтому вряд ли мы его тут сможем запороть. Но, черт возьми, это возможно. Это возможно. Давай сразу толкаем тогда все, да? Так... Так, серьга воина, окей. 255, нифига себе. Так, интеллект. Руны, руны. Дамский стилет. Урон, кстати, радиации. Это же дамские стилеты. Так, кровавый камень, добрый подтверждение крови, мастерство крови. Так, это нам не надо, поэтому сразу тоже избавляемся. Так, святость не нужна. Руническое заклинание Каббала. Увеличивает уровень навыка. Руническая магия. Увеличивает уровень заклинания пентаграмм. Ну, под это хорошо. Вот тоже. Зачарованная серьга. Две одинаковых серьги. Яд, такая же серьга. Шанс появления нового материала, зависящий от уровня трансмутации. Ну, а я понял, что трансмутация вообще говно. То есть она, ну, может быть, она и не говно, но на нее навыки тратить, просто которые очень... Ну, короче, мало их, очень мало. Это просто непозволительно роскошь, поэтому тут вообще без шансов, чтобы мы ее прокачали. Просто в самом начале я там говорил, да, что мы будем трансмутацию. Ну, а что-то я не думал, что так... Мало у нас будет навыков, это, ну, этих магических заклинаний, да, что-то уж тут совсем прям какой-то смех, крохи какие-то дают, поэтому, блин, точно, точно мимо, точно мимо. Так, ладно, все это мы продали, так, руны нам нужны, а подожди, это материал? А, это материал, повреждение холода, мастерство воды, все это можно продавать, руны оставляю, потому что рунные слова. Так, еще непонятно с какой-то там охотой, что-то там, но она... Может быть, сейчас согласится, когда мы притащили ей? Ну-ка, с охотой-то чуть непонятно. Если ты не рождена охотником, то я ничем не могу тебе помочь. Мне нужны тотемы, а не разговоры. Попытай счастье в другом месте, если... Да? Ты уродина. Ну-ка. Добро пожаловать в Веронеж, сударыня. Я Кэпри.
Ни черта она не сказала. Так, ладно, все, побежали тогда, получается, в чащу. Я так понимаю, у меня есть подозрение, что там такое. Это вот как раз то местечко, которое у нас там крутилось, да, штука, но... Вечером на городской стене. Чуть там баба орёт. Вот, мне кажется, это оно и есть, блин. Потом давай сейчас туда и посмотрим. Так, это где-то... Где-то вот здесь, вот это, наверное. Дорога 10. Бабуси, бабуси. Во! И, скорее всего, да, это оно, скорее всего, оно и есть. Оно и есть. Там как раз где-то посередине было. Как же хорошо, что мы тут... А, вот смотри, цыган какая-то стоит. Ну вот, как раз оно и есть, да, я про это и говорил. Обалдеть, сейчас тогда заберемся туда. Посмотрим хоть, что там есть, блин. Да, опять. Ух ты, охотник на работорговцев прям. Ну-ка, давай с ним поговорим. Как-то слишком жирный для охотника на работорговцев. Какой-то больше этот... Как сказать-то... Наместник этого церковного прихода какого-то тут, блин, подаяние собирает, только и все. Как этот... Как там его... Из графини до Монсоррота, вот монах-то был. Это был его друг Шакота. Так, цыганка, давай. Так это ты продаешь Хатблаку рабов. Умри, проклятая ведьма. Ой. Ой-ой-ой-ой. А! А мне этих навалить, что ли, нифига? Чё происходит вообще? Фига они уделали. Может, как-то можно без этого? Не, на нее вообще никак. То есть, получается, видимо, работорговцев навалить. Давай вот так вот сделаем, чтобы они там не убегали. Я-то на нее вообще не работаю. Цветом они, конечно, знатно валят. Охотник на работорговца. По идее, мы же заодно, не? Вообще, что-то странное происходит. А, не смотри. То есть это мымра, получается, ресатый. Все-таки, видимо, ее как-то можно за этот самый. Захреначь. Может, ее только милишкой? О, нормально. Милишкой ее можно. Трубчиков не хватает. Она, короче, смотри, она... Она этот самый... Перепризывает их. Ну, в смысле, моих отзывает. Мгновенно вообще. Или это эти монахи? Кстати, нормально они ее сандалят уже, пойдет. Но я на нее яд не могу накинуть, это просто нонсенс. Фига там шмоток. Это, конечно, круто, тут всякая часть элемента проклятия, вот как раз. Ой-ой-ой. Вот, но я так понимаю, мы можем теперь... Ага, вот все, можем туда теперь пройти. Так, давайте посмотрим, что у нас там есть. А что у нас по... Так, 4. Что нам надо? Найдите, нашли, давай, бриллиантовый лес чаще. Окей. Так, давай, наверное, я так понимаю, нам надо найти его, да? Портальнуться, чтобы оно открыто было, а потом уже валить в этот. Ага. Ой, подожди, так... Вот Блак, может, тут сразу и этот самый. А давай, наверное, сразу туда. Ты очень красивая, чтобы скрывать это. Так, что тут скрывать, ага. Так, давай сразу говно всякое продадим. Зайка, иди к нам. Во-во-во, 2-1, так, слабость, ерунда. Блин, они весят, конечно, жесть. Парадная кираса.
Нифига, заклинание святость. Блин, прикольно, но они весят. Привет, брат. Ты что, заболела? Быстрее раздевайся к нам. Врата бездны, костная броня. У меня получше, да? Да. Так, слабость, перчатки. Привет, сапоги, какая-то дичь. Так, вот так вот. И перевеса нет? Все, нету. Так, давай поговорим с этими. Какая обнаженная женщина? Ой-о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 й. Обнаженные мулатки тут какие-то 18+ началось, черт возьми. Так, мне прям жутко интересно. Так, сейчас подождите, я на паузу себе посмотрю. Ну, кстати, нормально. Тут вроде все прикрыто какими-то монетками. Чего они только не умеют. И трусами, но, конечно, дичь. Да, я такой. Какая похабщина, короче, какая-то. Вот, но нормально пойдет. Так, охранник логова. И этот уже охранник логова. Давай сегодня верхом на тигре с пакелами в руках. Это юноша, о боже ты мой. Короче, какая-то тут жесть происходит, ну ладно. Ничего такого вроде нет. Так. Голубой писец завсегдатай логова. Какой-то этот сутенерский притон. Боже мой. Ударь меня, моя сладенькая. Боюсь представить, если бы я мужиком был бы, то она вообще бы. Подожди, обнаженная мулатка. Ой-ой-ой-ой. Это подожди. Какая мулатка, а? Черт возьми. Это полутролль, блин. Тут такие шуточки еще на заднем плане, просто жуть. Так, тут какая-то арена для борьбы в масле, что ли, я не понял. В общем, попали в какое-то подозрительное заведение. Просто жуть, просто жуть. Так, главное, что здесь плохо, это если драться придется, то этот самый... Не развернуться тут нигде будет. Вот это немножко удручает, блин. Ну ладно. Надеюсь, сейчас тут просто с ним поговорим. На тебе слишком много одежды. С тобой мы у восточной стены в Вероничке Хозяин... познакомились. Маги, ну-ка давай. Привет. Как? Мне кажется, мы уже встречались в Эйвоне. Не ожидал увидеть тебя здесь, милая. Но с другой стороны, почему бы и нет? Все эти ужасные истории о логове – просто слухи. Я давно знаю Хатблака, и он на моей памяти никому еще не причинил вреда. В отличие от сумасшедших светлых братьев, убивающих всех, кого они сочтут работорговцами. Ну ладно, не буду задерживать тебя. Счастливо. Нормас! А мужик ты этих свободных нравов, черт возьми! Бега! Мертвы? О, ты оказала мне неоценимую услугу, я этого не забуду. Возьми это в качестве компенсации за все те неприятности, что она, несомненно, тебе причинила. Теперь ты понимаешь, что светлая церковь в этом городе причиняет куда больше проблем, чем все служители тьмы вместе взятые. Но эти люди... Ты держишь их здесь как рабов. Рабов? Твой огонь забавляет меня. Нет, моя радость. Они все здесь по собственной воле. Эти люди всего лишь хотят пообщаться на интересные им темы в приятной обстановке. Ты бы тоже могла оценить это, мне так кажется. Мне понадобится помощь в десято, если ты уже выбрала, с кем ты. Отправляйся на север, я буду ждать тебя там. В приозерной деревне живет Джой, полудурок, ворующий детей и нападающий на мирных жителей. Он, конечно, тупой как пень, но с его помощью ты сможешь добыть себе пропускную грамоту у Солтеса. Удачного дня, радость моя. Увидимся в десято. Че вообще происходит? Мне еще кого-то выбирать надо, блин. А я думал, только браслет, когда мы найдем, то и все, типа... Очень непонятно, ну-ка. А, уйти из логова, смотри. Че, им кровать разнесем? Получается, смотрите, какая тема. Мы, скорее всего, из-за того, что мы нейтральный персонаж, на нас эти лоботрясы и напали, светлые-то, да? А если бы мы были светлым, наверное, они предложили, мол, типа, помоги нам завалить всех вот этих вот. Мне кажется, вот типа такого. Тут вельми приятная атмосфера, не находишь? Так, че, и все получается, да? Ну, давай попробуем уйти. Поспеши, иначе может быть поздно. Я буду ждать тебя в десято. Угу. В общем, что-то подозрительное. А вот что с амулетом с этой мымрой? То есть, я так понимаю, это второй способ добраться до десято, да? А, вот смотри, Сантьяго какой-то зеленый. А! А, ну Сантьяго это с коровами.
Надо не бурить. Бабам бы сейчас. Поговорите с Джоем. Это Джо там такой дикарь был? Ни хрена себе. Какой-то этот самый варвар, блин, пипец. Сейчас мне этот Джой-то набросится на меня, блин. Порвет на много маленьких витаминов. И что делать, блин? Без скелетов как-то где-то неуютно себя чувствую, блин. Давайте сейчас глянем, что-то, что он там нам предложит. Блин, получается, мы сейчас в 10 сможем попасть без этого, без... В общем, банды головорезов. Может быть, нам надо все-таки его завалить тут будет? Убить тебя, что ли? Только мы потом опять скажут, что ребята Джоя, стало быть, зловредные, агрессивные, мол, сукины дети. И с ними невозможно это, ну как его... Сосуществовать или как там? А, так типа вы нам выставляете, что не такие и плохие они, да? Ну-ка. Эй, дорогуша, ишь фифа какая. Дамочкам нам вроде тебя опасно плутать по лесу, тем паче в одиночку. Тут ведь и зверьев диких полным-полно. Мои ребята и проводят вас до города за скромное вознаграждение. Всего 10 тысяч монет. Ох, люди местные, сами вы недобрые. До города и сами доберемся. Мне бы с Джо пару слов перекинуться. Бе-бе-бе-бе, какие мы остроумные. Ну я, Джо, чего тебе надобно? Да вот люди говаривают, что грамота тебе, Джо, не нужна стала. А мне как раз в 10-то съездить захотелось. Так что мы можем друг другу помочь. Ты мне дашь грамоту, а я тебя от нее избавлю. Как тебе такая идея? Да ты и правда, я погляжу, веселое зело. Может, тебя с заяцем? С заяцем, стало быть, побегаецем на ужин скормить. Во смеху-то будет. Да не, мне и грамоты хватит. Ты не слыхал, разве что цыгане счастье приносят. Подаришь цыганке грамоту, и будет тебе удача во всем. Не, мне и так хорошо. У меня ребята за место удачи, а грамота мне и самому пригодится. Хотя у тебя необычная внешность. Я надеюсь, ты понимаешь, что у нас тяжелая и не интеллектуальная работа, и что она предполагает высокие доходы. Вижу, что понимаешь. К сожалению, есть в этом городишке человек, который своим поведением сильно снижает наши доходы. Прямо-таки жуть как снижает. Если ты убедишь его, что он должен возместить мне расходы, подписав вот ян-то документ, я подумаю, чем тебе помочь. Только не вздумай убивать его, он мне еще нужен. Звать его Амосом. Слушай, а мне что-то... Мне наоборот хочется завалить всю эту шайку-лейку. Мы можем это сделать? О, помощник, смотри-ка. Иди, значит, с Джоем переговори. Пока тебя не повалили, да дубьем не прошлись по спине-то. Бега, ты чуть-чуть все борзы, а Тамар, смотри, я... Ни хрена, да тут помощников-то у него. Иди, значит, со... Головорез. Вон еще какой-то атаман. Иди, значит. Блин, мне интересно, ну-ка. Воу. Бега себе. Нифига! Нифига себе! Ой, заряд я, по-моему, сделал. Ну, кстати, норм. Фу, пипец. Ну, вот это гораздо мне больше нравится. Всех завалить тут этих уродов. Более они выпендриваются. Я не за нейтрала играю. Пошли нахрен. Делаю, что хочу. Кайф. Нормас. Нифига они сразу загрелись, блин. Черт возьми, я думал так резко. Я думал, типа, знаете, на немножко побить их. Вот, и потом они, типа, нападут. Они сразу, блин, бросились. Обалдеть. Ой, типа, сейчас вообще там быстренько сними. Нифига вообще в хлам. Так, постой-ка, братан, там.
Так, на него вообще не... А, во, браслет Хейди, смотри-ка. На него вообще не работает яд. Его, походу, только этими лупить. О, зато наши ребята, смотри, ухайдакивают его. Кайф. Это 7000 опыта нам дали, обалдеть. Ну кайф, все, у нас получается теперь мы, видимо, это добро. То есть я так понимаю, мы, например, если бы играли за доброго этого, да, лоботряса. Кстати, наверное, можно было бы задание выполнить, да, сначала, а потом его валить, но, к сожалению, тут сохраниться уже нельзя. То есть все прошло, поэтому, не, да и мне претит это, что-то я как-то не тот самый, не очень, поэтому наплевать. Так, теперь нам получается на к Сантьяго, да, к этому, ой, к, что вижу, то и говорю, к бабище к этой сдавать. Так, давай сразу глянем, что у нас тут есть. Так, сандалиан, так, звезда. Вот он, да, браслет Хейди. О, ну у нас, блин, к яду плюс один, поэтому шил на мыло. Сейчас даже не... О, документ Джоя. А, ну понятно. Сколько он весит? 0,1. Дыхание абсолюта. Так, ладно, перевеса у нас нет. Может быть, за этот что-нибудь дали нам? 4, нет, ни черта не дали. Так, побежали, получается, сдавать этой девахе тогда этот амулет. И, я так понимаю, она нам даст эту штуку. Кстати, смотрите, что-то я вот тут смотрю, какой-то юноша из логова. У нас какое-то задание, что ли, есть на юношу из логова? Потерян браслет. Даже так, она попросила помочь ему завершить его заклинание. Будь десята. Найдите способ попасть в десята, где Хатблак готовит какой-то обряд для мода. Так, ну это понятно. Хатблак? Так. Во, юноша из логова. В логове узника в охоте один из юношей попросил вас ударить его. А, это еще и прямо задание? Нифига себе. Вот это прикол. О, ремесло есть. Все, у нас 8 ремесла. На что-то там надо было это ремесло. Ладно, короче... Давайте-ка, наверное, попробуем его ударить. Я не знаю, как нам... А как его ударить-то? Он уже говорит там. Наверное, на атаку, да, ставить? Так. Давай-ка сейчас попробую я... это самое, по башке ему настучать. Вдруг что-то выполнится. Блин, ни хрена, ребят, ни хрена. Смотрите, я вообще подбегаю. Короче, видимо, она была сразу, пока мы там, да, можно было делать. Да, неудивительно, что было именно уйти-то, да, из этого логова отдельно. Блин, ну, кто знал? Кто знал, что там этот квест такой будет? Просто ужас, блин, пипец. Ну и давайте отдадим, посмотрим, что она нам расскажет. Давай. Мой браслет, вы вернули его. Спасибо вам большое. Вот грамота Солтеса, как я и обещала. Мне все равно не по душе этот город. Там все только и думают о том, как они выглядят, да как бы побольше хапнуть. Вы там можете нарваться на неприятности. Слишком уж необычно вы выглядите. Прошу вас, будьте осторожны. Так, слишком я выгляжу, да, необычно? Повторить перевес. Так, что, у нас все получается. Нам надо пилить... в этот, в... Короче, в город, да, в этот. Я так понимаю, что нас сейчас пропустят. 90, правда. Вот она, грамота Солтеса. Моим комесом, вассалом и свободным подданным. Комесом, комесом. Всем у каждого изучаю по елику. Чего? Предъявитель всего приносит пользу княжеству Веронежскому. То гнев Солтеса пойдет на голову тому, кто чинит препятствие, вознамерится. А также велю пропускать его в местности, принадлежащие... А, прилежащие сообща о том, при смене караула Кэпри Солтес Веронежа. Отлично, отлично. Так, я вот не знаю, с Солтесом стоит говорить. Может быть, ну хотя вряд ли, наверное, что-то поменялось из этой штуки. Просто она у нас там не тот самый... Что-то там с охотой какие-то тотем там ей нужны, но в задании я что-то в этом самое не вижу на тотем, поэтому пес ее знает. Ладно, пес с ней. Давайте сейчас тогда... А, блин, там все равно еще бежать долго, давай, наверное, тогда сейчас обрежу, а потом уже сразу поговорим с этими. Так, ну и давайте поговорим, только мне интересно, там вот сзади кто-то? А, это, наверное, стражник такой же, он, который там с монстрами дрался, просто отошел, наверное, да. Просто я думал, это какой-то типа шпион, что либо стражнику отдать, либо еще кому-то. Ну, давай. Грамота есть? А то, родной, может, откроешь теперь ворота? Ну-ка, покаж. Что ж, вроде настоящий. Проходь. Пропуск мне оставь. Так,
Целый день нас тут, что ли, продержали? Пипец. Так, ну-ка. Вот он, да? Дорога из 10. Ну, кайф, кайф. Кстати, давненько не было, что камера пролеталась, да? Ой-ой. Ой, нас тут встречают. Нас тут уже все встречают. Ой, подожди, я не ядом. Ускорением бью. Ух, черт бы вас побрал. Нормально, нормально, смотри. Наваливает. Едец-то наваливает. Сейчас немножко отобьемся от первых. Так, и вон сам город Десиата, да? Да на тебе, на, хочешь так драться-то. Блин, вот мы ее лупим по роже, даем, и с нее прям перчатки высыпались. Мне кажется, мы с нее прям раздеваем ее просто. Буквально. В смысле, когда ударяем. Так, нам надо всю Шушеву призывать уже. Фига тут. О, тоже тут скелетов призывают. Фига, у меня армия, пипец. Так, тут на самом деле непонятно. Ни черта непонятно. Я так понимаю. А, не, уже скелет слуга. Смотрите, все-таки мы его заарканили себе. Так, нам надо бы вот эти все. На край найти, чтобы от него примерно идти. Вот он, край. Все. Ох, как же круто тут. Сейчас. Опять, блин. Опять заморгало все это, блин. Что за фигня? Вот видите? Ну, слава богу, это получается к игре относится. Не к убирающей видюхе, блин. Вообще печаль, беда была бы. Да боже ты мой, сколько есть тут. Так. Нам надо где-то фиолетового найти, где-то он тут был. Ходу лопнул. Так, это тупичок, да? И давай, наверное, вот в эту сторону посмотрим. Мастер света. О. Мастеров-то. Так, амазонка. Ну, наверное, давайте тогда заканчивать, я думаю, да? Потому что в любом случае мы тут все зачистить не будем, не сможем, не успеем, вот, а тут еще что-нибудь начнется, как трепотня, блин, и серия затянется, поэтому я представления не имею, сколько там еще осталось, поэтому давайте сейчас вот этих зачистим тогда, а потом уже со свежими силами, пока недалеко от всей вот этой шушеры мы, да, вот, и начнем сразу туда, пока свежо предание, так скажем. Так, ну что, ладно, все тогда, ребятушки, на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всем хорошего и всем пока.